хочу, честными. Чтобы они были защитниками вот народных масс. Понимаете, чтобы нам было комфортно с ними, чтобы мы чувствовали защиту их. Но я как-то очень мало на это надеюсь. А почему? А что, собственно, изменилось? Откуда я знаю, по какой они программе, как их подготовили, как их готовили? А почему они должны быть другими? Вот у нас вдруг, где в стране уже год за годом одно и то же. Я не думаю, что новая патрульная будет честной. Все по-старому, только форма поменялась. Вот и все. Насколько они останутся честными и насколько долго, это, скорее всего, повлияет наше правительство, их проверки, ну и, естественно, от них самих. Вот и все. Я считаю лично, что сейчас совсем на другие вещи нужно обращать внимание, не на них. Ну, я оптимістично налаштований. Думаю, що все-таки це буде щось якісно нове, і що, принаймні, вони будуть більш чесними, ніж це була традиційна міліція. Ну і зовнішній вигляд у них такий приємний, багатьом подобається. Так що будемо вірити краще. Ну я думаю, що все одно це буде кращий варіант, ніж було до того. Ну але наскільки він хороший, покаже час. Ну я вважаю, що в нашій країні менталітет такий, що треба повністю міняти все. Тільки одна от ця поліція в Києві нічого не поміняє. Через некоторое время вони теж стануть корумпованими. Кажется, це все йде к лучшему. Ну, я заметил за последние 3 дня. Вот, их очень много, этих патрульных машин. В принципе, они делают. Надеюсь, будет все хорошо.